Всем привет! Я Сергей из Флориды, и сегодняшняя тема будет очень короткая, думаю, 3 минуты. Нужно ли нам есть овощи и фрукты? Для того, чтобы фрукты любые, а овощи, я имею в виду всякие зеленые, типа огурцы, капуста, шпинат, помидоры еще можно включить, вот такой типа. Картошка – это отдельный разговор. Для того, чтобы объяснить, значит, обязательно все я стараюсь объяснить логично и просто. Для того, чтобы объяснить, нужно ли есть фрукты и овощи, давайте выясним содержание этих продуктов. Содержание такое. Вода приблизительно 90%, то 99% в огурцах и помидорах. Сахар, клетчатка, пестициды. И витамины. Теперь давайте выясним, а что же из этого списка нам надо. Вряд ли нам воду нужно из фруктов получать и из овощей. Сахар нам явно не нужен, потому что это уже 100 раз обсуждалось. Пестициды наверняка нам не нужны. И давайте не будем наивными и считать, что если фрукты органические, то тогда там нет пестицидов. Если у вас в магазине два ящика лежат, на одном написано яблоки, а на другом написано органические яблоки, то слишком большой соблазн у того же продавца переложить яблоки из одного ящика в другой. Если вы думаете, что стоит мексиканец и вылавливает червяков с этих яблок, то должен вас разочаровать. Или кто-то там, не знаю, в какой-то там азиатской республике человек ходит, червяков собирает, то этого не происходит. Значит, есть две вещи хороших. Это клетчатка и витамины. Значит, витамины нужно, по моему мнению, брать из таблетки поливитаминов, в которой находится именно такое количество, которое вам надо. Если вам нужно съесть 10 килограммов шпината, чтобы набрать какой-то там витамин, то я сомневаюсь, что вы это будете делать. То есть таблетку съел поливитаминов и забыл на целый день. Клетчатка. Значит, единственное, что действительно подлежит обсуждению, это клетчатка. Так вот, клетчатка из фруктов и овощей — это совершенно не самый лучший источник клетчатки. Я рекомендую вам есть овсяную кашу, в ней много клетчатки. Второй источник, он под вопросом, но все-таки мне кажется лучше, чем овощи и фрукты. Это порошки, продаются там в магазинах, клетчатки. Вот это вот. Наверное, овсяная каша лучше всего. Наверное, и все. Поэтому люди, которые едят вот эти все салаты, это, конечно, все это делается только ради клетчатки. Все, всем пока!